значит, реализуется вот эта вот концепция города склада, насколько я понимаю, да? Комплекс. И в чем вот это у вас? Будет город здесь размещение этих комплексов? Нет, то есть всякая концепция. Мы заявку вашу концепцию никакую не разрабатывали. По строительству города склада, еще раз говорю, наше выгодное географическое положение именно позволяет инвесторам строить свою логистику. Мы город спутник областного центра. Опять же, не секрет, что те, кто имеет там свои складские комплексы, желают вытащить их из черты города, хотя бы только из-за того, что там и пробки, и неудобства, все аренда, если есть, то она значительно дороже, чем это. Это развитие города, в том числе и построительство логистики, который дает рабочие места. Ну, для примера скажу, 2000 человек работает на складском комплексе «Сладкая жизнь», и столько же, по-моему, даже 2400 работает на распределительном центре «Магнит», там даже. Вот строится таможенно-логистический комплекс на Игумновском повороте. Там порядка 2000 тоже обещают, что будет рабочих мест. Вы же видели то, что показывают нам убыль. Не столько люди умирают, сколько уезжают. Потому что, значит, находят где-то лучшие места работы. Нам бы не хотелось, чтобы люди уезжали, а вот чтобы к нам приезжали. Проект Даниэля, своим логическим заводом, там уже чуть не юный запуск. Вот скажи, как там продвигается это? Да, руководитель этого проекта на прошедшем неделе разговаривал. Я не поверил, говорю, наверное, где-то к концу года. Нет, давайте июнь. Нет, ну, в течение года соглашение, потом сразу с чистым полем работы, да? Администрация что-то... Ну, не чистое поле, если вы там проедете, там ваши люди строятся. Нет, начинать с чистого поля, наверное. Начинали с чистого. Сейчас современная технология позволяет быстро строиться. У нас с момента строительства до момента пуска тоже назначает компания «Политика». 9 месяцев, все, корпус стоял, уже пошел потом отделочные работы и монтаж оборудования. Дольше инвестор ходит, оформляет бумаги. Давайте, если не июнь, то июнь, но они говорят, что в июле уж точно. Но понимаете, еще